о том, что Бог славы явился отцу Аврааму, когда он еще был в Месопотамии, до того, как он обитал в Харане. Get thee out of thy country from thy kindred and come into the land that I shall show thee. И сказал ему, что выйди из страны своей, из родства твоего, из земли, которую, в землю, которую я покажу тебе. And then he left. И потом он ушел. And he went to Haran. И он пошел в Харан. Then he left Ur. Оставил землю и направился в ту новую землю. As a Bible college student, и вот будучи студентом библейской школы, I was told that Abram disobeyed God for stopping in Haran. Мне говорили о том, что Авраам был непослушен Богу за то, что он остановился в Харане. I've heard many sermons. Слышал много проповедей на эту тему. That Abraham missed God. Что Авраам упустил Бога. And he wasted 10 years. И он потратил 10 лет. I'll give you my opinion. Я вам скажу свое мнение. Abraham Авраам honored почтил his father. Своего отца. And I'll show you in the scripture in a few minutes. Я покажу вам через несколько минут в Писании. What people don't often think of, и то, о чем люди часто не задумываются, as when they left Ur, это то, что когда он ушел с земли, Terah was probably about 190 years old. Тире было примерно 190 лет. Maybe 195. Может быть, даже 195 лет. Terah's son Haran already lived in, I mean, Nahor already lived in. Сын Тиры Нахгор, он уже жил в то время в Харане. Would you leave your 190-year-old father behind? Оставите ли вы своего 190-летнего отца? Amen. Now I want to take you to Genesis chapter 11. А теперь посмотрим Бытие 11 глава. I don't know if you realize it. Я не знаю, понимаете, осознаете вы это или нет. But Genesis 11, но 11 глава Бытия, is like a division in the book of Genesis. Это как разделение в книге Бытия. Before Genesis 11, до 11 главы книги Бытия, it's about events. Здесь происходят определенные события. Creation, творение, the fall of man, грехопадение, the judgment that came through the flood, суд, который пришел через потоп, and the development of the nations. И потом развитие народов. Tower of Babel. Вавилонская башня. And the languages. И языки. See, we should not have to speak so many different languages. Видите ли, мы не должны были разговаривать на так многих языках. We should all speak Hebrew. Мы должны все говорить на иврите. Amen. Аминь. But sin. Но грех. So much of what we suffer. То, из-за чего мы так сильно много страдаем, это является результатом моих прадедов, которых я так сильно очень люблю, и на которых я так сильно похож. Аминь. Но в Бытие, в 11 главе, the conversation changes. Вот этот разговор, диалог, он меняется. And we begin to focus on a family. И мы начинаем уже фокусироваться на семье. Noah had three sons. У Ноя было три сына. Ham. Хам. Shem. Shem. Сим. Сим. And Japheth. И Иосафет. Amen. Most of us are descendants of Japheth. И большинство из нас мы являемся как раз именно последователями. Some of us Ham. Наследниками. But very few of us. Shem. А некоторые Сема. Amen. Шема. Amen. But Хама. Amen. They understand. Да, они понимают. Они все равно понимают. So, in that chapter, поэтому в этой главе we begin to focus on this one family. Мы начинаем фокусироваться на этой одной семье. And the purpose is, и цель такова, to bring us to the Christ. Что для того, чтобы привести нас ко Христу. But we all, но мы все, can be part of, можем быть частью Abraham's family, семьи Авраама. It's a choice. Это выбор, который делается. It's a spiritual, physical, logical, heartfelt,
spiritual choice. Это вот такой духовный выбор, который человек делает сознательно, осознанно, на духовном уровне. And any person on earth и каждый человек на земле can have father Abraham может иметь отца Авраама for a grandfather. Своим дедом. But I want to start in Genesis 11:24. Я хотел бы начать с Бытия 11 глава 24 стих. And talk about first a man named Nahor. И поговорить о человеке по имени Нахор. Because we read these scriptures. Потому что когда мы читаем в Писании. Most of you have read this many times. Большинство из вас несколько раз читали это. And you never saw what you're about to see. И вы, наверное, никогда не замечали то, что вы сейчас узнаете. 11:24. And Nahor lived 29 years and begat Terah. И говорится о том, что Нахор жил 29 лет и родил Фарру. Did you see it? Вы видите? No, you didn't see it. Нет, вы не видите. Did you see it? Вы раньше замечали это? I was 22 years old when my son was born. Мне было 22 года, когда у меня родился сын. It was one of the most exciting days in my life. Это был самый, наверное, радостный день моей жизни. I still remember that nurse carrying him out to me. Я до сих пор помню, как медсестра вынесла его ко мне. She held him in her hand. Она держала его на руке. His head leaned against her fingers. Его голова была на пальцах ее. And his behind was looking at me. А его все остальная задняя часть она была на руке. The most beautiful baby I had ever seen. Самый красивый ребенок, которого я когда-либо видел. Do you see the celebration in that? Scripture. Вы можете видеть празднование в этом месте Писания. And Nahor. И Нахор. At 29. Ему было 29 лет. Had a son. У него родился сын. Wow. Wow. How do we miss this stuff? Как можно это упустить и не заметить? He named him Wild Goat, Terah. Он назвал его Фарра, что значит дикий козел. What? Что? Wild Goat. Да, козел. Well, Nahor's name meant freed man. И имя его означало освобожденный человек. And he wanted a son. И он один из сыновей. I think. Я думаю. It was like a wild goat. И это он был как дикий козел. Amen. And I believe he celebrated that day. Я думаю, что он праздновал в тот день. But something is interesting to me. Но что-то интересное здесь для меня лично. That after Terah was born. Что после того, как родился Фара, Nahor lived. Нахор жил. After the celebration, после празднования, he lived. Он жил. He continued. Он продолжал. He had a wonderful life. У него была замечательная жизнь. Great things happened in his life. Чудесные вещи происходили в его жизни. I really believe. Я на самом деле верю. That he was a great father. Что был прекрасным отцом. Yes, I think he was an idol worshipper. Да, я думаю, что он был идолопоклонником. Can idol worshippers be great fathers? А могут ли идолопоклонники быть хорошими отцами? He was such a great father. Он был настолько хорошим отцом. That when Terah had children. Что когда у Фары были дети. He named one of them Nahor. Он назвал одного из них Нахором. Please keep in mind. Но пожалуйста, не забывайте. Shem. Shem. Is still alive. Сим до сих пор еще был жив. Great, great, great grandfather is still alive. Его прапрапрапрадед, он все еще находился в живых. Terah would have known him. И Фара, наверное, должен был знать его. Probably Abraham would have known him. Наверное, Авраам знал его. I'm quite sure of it. Я достаточно уверен в этом. Amen. All of these men. И все эти люди, все эти мужчины. In line. Все они вот в этой очереди to speak into Abraham's life. Для того, чтобы проговорить жизнь Авраама. My father had a problem with alcohol. У моего отца была проблема с алкоголем. But he was a wonderful father. Но он был замечательным отцом. He loved me. Он любил меня. He spoke into my life. Он говорил в мою жизнь. He encouraged me. Он ободрял меня. And just before my 14th birthday, he died. И буквально за несколько дней до моего 14-летия он умер. But I can still hear his voice. Но я до сих пор слышу его голос в ушах. 2.5 weeks ago, from now, it will be 47 years. Через 2.5 недели уже будет как 47 лет. The voice of a father. Голос отца. The voice of a grandfather. Голос деда.
The voice of a great grandfather. Голос прадеда. They're powerful. Оно сильные голоса. Amen. Аминь. Sounds like my same message last year. Похоже на мою проповедь с прошлого года. Okay. Verse 28 of Genesis 11. 11 глава, 28 стих. How many times have you read it? Сколько раз вы читали его? How many times have you felt the pain? Как часто вы ощущали эту боль? Most of us read that scripture. Большинство из нас читают это место. We have read so many people's names. Мы прочитали уже столько людей, столько имен. And at the end they died. И в конце они умирают. But this time, но в этот раз, I see the pain. Я чувствую боль. Abram's son Haran died. Здесь умирает сын Авраама. Some of you know what it is to have a son or daughter. И кто-то из вас наверняка, может быть, знает боль, когда потерял сына или дочь, that you have outlived. Которых вы пережили. I don't know that pain. Я не знаю этой боли. I don't want to know that pain. И я не хочу никогда ее узнать. And I just, as I read it this time, I felt the pain that Abram had. Ну вот, когда я читал это, я ощутил ту боль, которую пережил в тот момент Авраам. The pain that Terah had. Как ту боль, которую ощущил Фара. Now, either Sarah was Abram's half sister, or Sarah was Haran's daughter. То есть либо Сара была сводной сестрой Авраама, либо она была дочерью Фары. Most of us think. Но большинство из нас думают. Abram had one mother, Sarah had another. Что у Авраама была одна мать, у Сары была другая мать. So either her uncle, поэтому либо ее дядя, or her father died. Либо ее отец умерли. And it's at that time. И говорится, что с того времени. It's after the death of Haran. После того, как умер Харан. It's after the pain. После той боли. It's after the hurt. После вот этой боли. That God said, "Get Бог сказал, out выйди, of your homeland. Выйди из земли своей." All through the Bible. На протяжении всей Библии. If you will look carefully. Если вы внимательно будете смотреть. All through the Bible. На протяжении всей Библии. Бог обращается и говорит к людям. After the death of a loved one. После смерти любимых им людей. Or after some major tragedy. Или, может быть, просто какой-то большой трагедии. Or after a near-death experience. Или, может быть, возле того события, когда человек очень близок к смерти. The times when God has our attention so closely. И это то время, когда Бог имеет наше внимание, и когда мы настолько внимательны к Нему. That He can say now. Что Он может сказать теперь. My opinion. По моему мнению, Abraham knew for several years that he was going to leave Ur. Авраам, я думаю, знал на протяжении многих лет, что он выйдет из своей земли. But he didn't know when. Но он не знал тот конкретный момент, когда это произойдет. My opinion. По моему мнению, when he left Ur, когда он вышел из Ура, he was being an honorable son. Он был почтенным сыном. By taking Terah and an honorable brother by taking Lot. За то, что он взял своего брата, взял Лота также с собой. And he went to Haran. И она пошел в Харан. By the way, this message originally. И на самом деле эта проповедь изначально. Was going to focus on. Она должна была быть сконцентрирована. Starting ministries. На начале служения. Because it's the same process I believe that God uses. Потому что я верю, что это тот же самый процесс, который Бог использует. He speaks to us. Он говорит к нам. Often years before it is time for us to do what he's telling us to do. Часто за много лет до того, когда он хочет, чтобы мы начали что-то делать. But there comes a day. Но наступает день. That he says get. Когда он говорит пошел. And oftentimes. И часто. There's some great challenge in our life. В нашей жизни бывает какая-то большая трудность. Some event that would stop us. Какое-то событие, которое останавливает нас. Some event, something happens to us or in us. Что-то происходит с нами или внутри нас. That makes us question. И мы задаем вопросы. Should I go on? Должен ли я продолжать идти дальше? I'll tell you why I believe God led. Я скажу вам, почему я верю, что Бог вел Авраама. To Haran. Для того, почему он вел его. Oh my, did I skip something? I probably did. Amen. Genesis 12. 12 глава Бытия. Verse 5. Пятый стих.
So Genesis 12, God tells Abraham to leave Haran. Бог говорит здесь в Бытие 12 главе того, чтобы Авраам оставил Харан. Again, it's after the death of Terah. Опять же, это снова происходит после смерти Тиры. After the death of Terah, he says, после смерти Тира он говорит ему: выходи. But there's this verse 5. Но есть этот пятый стих здесь. Someone mentioned it last night. Pastor Scott. Наверное, пастор Скотт говорил об этом вчера вечером. Abram took Sarah, his wife. И взял Авраам с собою Сару, жену свою. Lot, his brother's son. Лота, сына брата своего. All the substance that they had gathered. И все имение, которое они приобрели. And the souls that they had gotten. И всех людей, которых они имели. The souls. Вот эти всех людей, вот эти души. I know this from experience. Я знаю это из своего личного опыта. There were times in my life, когда было время в моей жизни, that God brought people into my life for a season. Когда Бог приводил людей в мою жизнь на какой-то период. Most people come into our life for a season. Большинство людей приходят к нам в нашу жизнь на какой-то период. Or a reason. И либо по какой-то причине. They're there for a short time. Либо по причине, но там они находятся короткое время. And then they're gone. А потом они исчезают. One day. Однажды. One year. Какой-то год, 10 years, может быть, займет 10 лет для кого-то, but very few people, но очень мало людей, does he bring in our life for a lifetime. Которых он приводит в нашу жизнь на всю жизнь. I'm convinced, и я убежден, that somewhere between 65 and 75, что примерно между 65 и 75, God brought people into Abram's life, Бог привел людей в жизнь Авраама, that would commit their life, которые посвятили свои жизни, and that would become part of his family, и они стали частью его семьи, and that would go where he went, и они ходили туда, куда он шел, and do what he did, и они делали то, что он делал, and serve the God that he served, и они служили Богу, которому он служил. And without those people, и без этих людей, life would have been so much more difficult. Жизнь была бы настолько более сложной для него. Amen. Аминь. And if I was teaching on beginning a ministry or following God in ministry, если бы я начинал говорить на тему начала служения или о том, как следовать Богу в служении, I would say this. Я бы сказал следующее. Build the relationship. Стройте отношения. Build the relationship. Выстраивайте отношения. These two chapters are about all about relationships. И вот эти две главы, они все, о чем они говорят из по выстроению отношений. Amen. Genesis 12, verse 5. 12 глава, 5 стих Бытия. And they went forth into the land of Canaan. Говорится здесь, и вошли, пришли они в землю Ханаанскую. And to the land of Canaan they came. Пришли в землю Ханаанскую. He obeyed God. Он был послушен Богу. He obeyed God. Он был послушен Богу. Last night, вчера вечером, I couldn't sleep. Плохо спалось, не мог заснуть. I was so excited after the last night. После вчерашнего вечера я был настолько заведен. The worship, поклонение, the messages, проповеди. Things just kept running through my mind. Просто все это прокручивалось у меня в голове. And suddenly, maybe 12:30 at night, может, 12:30 ночи, I realized something. Я что-то осознал. Nimrod was a builder. Nimrod. Nimrod был строителем. He built a city. Он построил город. And he wanted to build a tower. И он хотел построить башню. Amen. Аминь. David. Давид was a builder. Он был строителем. He built a military force. Он построил военную силу. That no one could stop. Такую армию, которую никто не мог остановить. He built the city of Jerusalem. Он построил город Иерусалим. He built the area around Jerusalem. Он построил горы вокруг Иерусалима, обустроил. He dreamed of building a house for God. И он мечтал о том, чтобы построить дом Божий. Solomon was a builder. Соломон был строителем. He built cities. Он построил города. He built his own palace. Он построил собственный дворец. He built the magnificent
И он построил замечательный, прекрасный дом Божий. But Abraham Но Авраам built one thing. Построил одно. He built a family. Он построил семью. His whole life was Всю свою жизнь around family. Она была сконцентрирована вокруг семьи. And as he built a family, И по мере того, как он устроял семью, he became a blessing to the world. Он стал благословением миру. How many of us как много из нас, как многие из нас have succeeded at the ministry, преуспели в служении, There's times in my life. Было время в моей жизни. If you could get my wife to talk, если бы моя жена говорила за меня, she would never say it. Она бы не сказала. She knows so many times I put the ministry in front of my children. Она знает, что так много раз я ставил служение прежде своих детей. She would never say it. И она не скажет об этом. Sometimes I meet ministers. Иногда я встречаюсь со служителями. And I see it in their wives' eyes. И я вижу в глазах их жен. I see the pain. Я вижу боль. Sometimes I meet their children. Иногда я встречаюсь с их детьми. And I see it in their children. И я вижу это в их детях. I met a young lady in her 30s. Я встретился с одной женщиной, ей где-то 30 лет. Her father was a missionary. Ее отец был миссионером. When she was 12, he went to the mission field. Когда ей было 12 лет, он отправился на миссионерское поле. At 35, в 35, she's in a worship service. Она находится на служении поклонения. She's worshiping God and tears are pouring down her face. Она поклоняется Богу, и слезы текут у нее по лицу. After the service, she's talking to one of the ladies in the church. После служения она начинает разговаривать, общаться с одной женщиной в церкви. The lady knew who I was. Женщина знала, кто я был. She said, "Come and help me pray for this lady." Она позвала меня, говорит, пойди, подойди вместе со мной, помолимся за эту женщину. This 35-year-old lady. И эта 35-летняя женщина. Said, "I'm trying to forgive my father." Она говорит, я пытаюсь простить своего отца. He abandoned me for the mission field. Он бросил меня ради миссии. He abandoned me. Он оставил меня. I was 12. Мне было 12 лет. He abandoned me. А он бросил меня. The reason I think Nahor was a great father, и причина, почему я считаю, что Нахор был замечательным отцом. The reason I think Tira was a great father, я думаю, причина, почему Тира был замечательным отцом. Is because the way Abram and their sons honored them. Это причина, по которой Авраам и его сыновья почитали их. Amen. Аминь. Something I don't know how to do this, but я не знаю, как это делается. I know that this time, this year, I'm supposed to pray for people. Но я знаю, что в этот раз, в этом году, я должен буду молиться за людей. And I don't know. И я не знаю. I don't know. Я не знаю. Maybe you're in that period of hurt, that period of deep pain. Может быть, ты находишься в этом периоде, ты проходишь через этот путь, когда у тебя что-то болит. Because maybe your best friend abandoned you. Может быть, твой лучший друг оставил тебя. Maybe your father or mother abandoned you. Может быть, твой отец или твоя мать оставили тебя. Or maybe someone died in your life. А может быть, кто-то умер в твоей жизни. Or you might be. Или может быть. The minister. Служитель. That abandoned his family. Служитель, который оставил свою семью. And you need restoration. И тебе нужно восстановление. And I really don't know how to do this. Я на самом деле не знаю, как это делать. I just know my heart is for those people. Я просто знаю, что мое сердце, оно лежит, расположено к этим людям. My heart is for you. Мое сердце, оно открыто для вас. And God's heart is for you. И Божье сердце открыто для вас. And I'm convinced. И я убежден. Abraham. Что Авраам would have been. Он был бы a man who you could have gone to. Как раз тем человеком, к которому ты мог бы обратиться, with. Человеком, с которым мог бы ты помолиться. And he could have helped you. И он бы помог тебе. Amen. Аминь. I don't know how much time I have. I don't. I'm okay. I just don't know how to. I don't know how to do this. I don't know how to pray for people. Man. Amen. I don't know who you are. Я не знаю, кто ты. And I tell you every year, I don't come here for everybody. Я говорю каждый год о том, что я не приезжаю сюда абсолютно для всех и для каждого. But I'm convinced I'm here for you. Но я убежден, что ты, кто сидит здесь, я это здесь для тебя. And whether whatever is troubling your heart, и что бы ни беспокоило твое сердце,
I'm asking God to give me the wisdom. Я прошу Бога, чтобы Он дал мне мудрости. And to give you the wisdom. И дал тебе мудрости. There's an Abraham somewhere in your life. Где-то в твоей жизни находится Авраам. There's a person somewhere. Есть человек где-то. That can walk with you through the pain. Который может пройти вместе с тобой через твою боль. I'm convinced of this. Потому что я убежден в одном. Part of God's healing is. Что часть Божьего исцеления. When He says go. Когда Он говорит пойди. No matter how broken you are. Неважно какой ты разбитый. No matter how hurt you are. Неважно как ты страдаешь. You get up. Ты встаешь. And you move. И ты движешься. And in your moving. И в твоем движении. God heals you. Бог исцеляет тебя. God restores you. Бог восстанавливает тебя. God builds in you. Бог строит что-то в тебе. So that you won't do. Для того чтобы ты. What was done to you. Не сделал то, что как поступили с тобой. Father God, I ask you, Holy Spirit. Дух Святой, Отец, я прошу тебя. To be our comfort. Будь нашим утешителем. To be our strength. Будь нашей силой. To be the one that undergirds us. Будь тем, который следует за нами. Father God, like you sent people to Abraham's life. Точно так же, как ты послал людей в жизнь Авраама. Send people into our lives. Пошли людей в нашу жизнь. Send a best friend. Пошли лучшего друга. Send a mentor. Пошли того наставника. Send a father or a mother. Пошли отца или мать. Heal the brokenhearted. Исцели разбитых сердцем. Strengthen the weak. Укрепи слабых. Help us restore the relationships that we damaged. Помоги нам восстановить отношения, которые мы нарушили. I want to challenge you this week. Я бы хотел сделать вызов вам на этой неделе. If you need to talk to someone. Если тебе необходимо с кем-то поговорить. Don't talk to somebody that hadn't been through it. Не разговаривай с тем, который не прошел через это. Don't tell somebody younger than you. Не говори об этом тому, кто моложе тебя. Go find the right people. Пойди и найди правильного человека. Go find. Пойди и найди the person God has for you. Человека, который Бог имеет для тебя. That can speak into your life. Который может проговорить в твою жизнь. That can encourage you. Который может ободрить тебя. I don't know where I'm at, but I'm finished, Pastor, Brother Andrew. Thank you. Good job. Good job. Hallelujah. Stand to your feet with us. Встаньте, пожалуйста, на ноги. Amen. Amen. Just if you can reach up and touch that roof, just если reach можете, with both дотянитесь hands. До потолка, коснитесь yeah. потолка. Come on, you could get there. Reach up. Можете, reach давайте, up. Потянитесь, растянитесь. All right, now let me see you touch your toes or your knees or да, something. Может быть, коснитесь пальцев ног. Yeah, или... get that blood flowing. Чтобы кровь Hallelujah. Разогнать. Hallelujah. Amen. Thank you, Jesus. Now rub something on your body. Вы потрите себе что-то, that... почешите где-то там yeah, у себя. Yeah, rub something. And yes. Shake your hands, shake around. Потрясите по yes. чем какой-то частью тела. Now open your mouth and give the Lord a big praise. Откройте уста, воздайте Богу хвалу. Hallelujah! Hallelujah! Now put your hands together and celebrate Jesus in this place. Рукоплещите, аплодируйте, празднуйте Иисуса. Come on, put those hands together and give Jesus the biggest praise you have in you. Воздайте Богу самую большую славу, которую вы только можете. Hallelujah, somebody! Hallelujah! Hallelujah, somebody! Hallelujah! Скажите кто-то. Hallelujah! 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 Glory to God! Слава Богу! Hallelujah! Hallelujah! Amen. While you're in your standing position right there, just reach over and shake your neighbor's hand and greet them. Стоите в вертикальном положении, поприветствуйте соседа своего. Пожмите кому-то руку, обнимите. Just let them know that I love you. Скажите им, что вы любите его. Let them know that you love them. Скажите им, что вы любите их. Tell them. Скажите им. Thank you, brother. Tell them, say neighbor. Скажи ему, сосед.
I'm so glad to be here with you. Я так рад быть вместе с тобой здесь. Now turn to your second best neighbor and say, neighbor. Скажи сосед. I'm so glad that you're here right beside me. Я так очень рад, что ты со мной сегодня рядом здесь. Now I want you to turn around to your last best neighbor. Я хочу, чтобы ты повернулся к соседу, может быть, не самому твоему любимому, но скажи, сосед. I know you're glad to be sitting beside me. Сосед, ты очень должен быть рад сидеть вместе рядом со мной. But whatever you do, но что бы ты ни делал, please don't hinder me. Пожалуйста, не удерживай меня. From worshiping God. Не удерживай меня от поклонения Богу. Because that's what I came to do. Потому что это то, для чего я пришел. Lift your hands сюда. And give God the biggest praise in this place. Прославьте Бога. Open your mouth and tell him yes, Lord. Откройте уста, скажите да, Господь. Open your mouth and tell him yes, Lord. Открой уста и скажи да, Господь. Yes, Lord. Да, Господь. Yes, Lord. Да, Господь. Thy will be done. Да будет воля твоя. On earth as it is in heaven. Да будет воля твоя на земле так, как Hallelujah. На небе. Hallelujah. You may have your seats. Аллилуйя. Можете садиться. God bless you. You're such a good crowd. We thank God Пусть Бог благословит вас. Вы замечательная группа wonderful, людей. Wonderful, wonderful time. Чудесное, прекрасное, прекрасное in время. In the presence of the Lord. В присутствии Божьем. And I'm so grateful for the opportunity and privilege to be with you here once again. Я так рад быть этой возможности, замечательной привилегии быть вместе с вами. Want to thank our pastors for. Хочу поблагодарить наших пасторов. Obeying the Spirit of the Lord. За то, что они послушны Духу Божьему. And launching out in this mission of faith. И за то, что они отправились в этой миссии веры. To gather us together again. Say amen to that. Для того, чтобы нас снова собрать вместе. Скажите аминь на это. Thank you. Спасибо. Thank you, Pastor Scotty. Спасибо пастору Скотти. For believing in me to invite me to come one more time. Снова пригласил меня, поверил в меня. Amen. Praise God. Thank you, Pastor Andre, for allowing him to allow me to come. За то, что он позволил ему позволить мне приехать. We believe God together. Мы верим в Бога вместе. Bishop Nikolai. Епископ Николай. You have a friend and a brother in me forever. Ты и я, мы с тобой братья навеки. But I got one thing to tell you. И я хочу сказать тебе одно. You are not as pretty as your wife. Но ты не такой красивый, как твоя жена. Give the Lord a hand clap for our senior pastors. Thank God for them. Богу хвалу, рукоплещите для Bishop, we love you. Пасторов. God bless you. Thank you so much тебя. For your prayers and Спасибо for your anointing. Спасибо за ваши молитвы, за ваше помазание. Let's give all of God's people a big God bless you. Давайте воздадим Богу хвалу, честь и славу. Скажите аминь. So glad for our praise team from Russia. Благодарен тебе за нашу команду прославления из России. Thank you so much for being here. Y'all are such Спасибо, a blessing. Спасибо, что вы здесь. Вы являетесь большим благословением для всех Have нас. Have such a wonderful time with them over the years. И прекрасное время на протяжении этих лет. And I thank God for them. И я благодарен Богу за это. Amen. Аминь. Are you feeling good? Вы чувствуете хорошо? Are you ready for some more word? Вы готовы слышать еще слово Божие? Hallelujah. Hallelujah. Amen. Аминь. We've already heard a few things. Мы уже слышали некоторые вещи. Pertaining to the theme of this conference, который относится к теме этой конференции. Go from your country, выйди из страны своей, into the land that I will show you, в землю, которую я укажу тебе. Amen. And on last night, Pastor Scotty reminded us that there is more. Вчера вечером пастор Скотт говорил нам, напоминал, что есть больше. Amen. Аминь. Bishop Nikolai reminded us also. Епископ Николай также напомнил нам. Move. О том, что нужно двигаться. Do something. Делай что-то. And now Pastor Woody has reminded us that. И сейчас пастор Вуди напомнил нам. Go build. О том, что иди строй. Even if it's building relationships. Даже если ты строишь взаимоотношения. Build. Строй. And so today we thank God for the words, and we just encourage you to allow those words to build on you. Поэтому мы благодарны за слова и молим о том, чтобы эти слова они устрояли вас, они помогали вам расти. Для того, чтобы вы могли вернуться и рассуждать, размышлять над этими словами. Let them encourage you. Позволить этим словам ободрить тебя. Because this is a divine season and a divine time. Потому что это божественный сезон, это божественное время. We are not here by accident. Мы здесь не случайно. God has got us here on purpose. Бог собрал нас здесь по определенной причине.
мужчине. To receive from him. Для того, чтобы принимать от него. And so you have the right posture right now. Поэтому сейчас ты находишься в правильном положении. Just like Mary at the feet of Jesus. Точно так же Мария, которая была у ног Иисуса. She was resting. Она отдыхала. And she was receiving. И в то же самое время она получала. Touch your neighbor and say, rest and receive. Коснись своего соседа и скажи, отдохни и получай. Everything God has for you. Все, что Бог имеет для тебя. Look at him good. Look at him in the eye now. Посмотри ему сейчас в глаза. Tell him, rest and receive. Скажи, расслабься и получай. Everything God has for you. Все, что Бог имеет для тебя. Amen. Аминь. If you have your Bibles with you, Hebrews chapter 11, verse number 8. Евреям 11 глава 8 стих. Hebrews chapter 11, verse number 8. Евреям 11 глава 8 стих. And just want to encourage you this morning. Хочу ободрить вас в это утро. As we dive into the Word of God for the next few moments. Мы обращаемся к Слову Божьему в течение нескольких ближайших минут. Thank God. Слава Богу. Pray for me. Молитесь за меня. Let me receive everything I need to receive from the Lord. Пусть я приму то, что я должен принять от Господа. One verse, Hebrews chapter 8. Excuse me, Hebrews 11, verse number 8. 11 глава, 8 стих. You ready? Вы готовы? Bible says, by faith Abraham obeyed when he was called to go out. Здесь говорится, верою Авраам повиновался идти в страну. He was called to go out to a place which he would receive as an inheritance. Которую имел получить в наследие. And the Bible says he went out. И Библия говорит, что и пошел. Not knowing where he was going. Не зная, куда идет. He went out. Он пошел. Not knowing. Не зная. Not knowing. Не зная. Where he was going. Куда идет. He went out. Он пошел. Not knowing. Не зная. Where he was going. Куда шел. He obeyed. Он был послушен. But went out. Но пошел. Not knowing. Не зная. Where he was going. Куда идет. Just as the physical body точно так же, как физическое тело interacts with the world, оно имеет отношение с внешним миром, so also our spiritual точно так же наша духовная часть will interact with spiritual things. Она взаимодействует с духовными вещами. Hebrews chapter 11, verse 1 through 3 says, Евреям 11 глава с 1 по 3 стихи говорит о том, now faith is the substance of things hoped for. Что вера — это есть ожидаемое невидимое. It is the evidence of things not seen. Осуществление ожидаемое и уверенность в невидимом. Verse 2 says, for by it the elders obtained a good report. Говорится, в ней свидетельствовали древние. By faith we understand. Верою познаем. Your neighbor, by faith we understand. Скажи своему соседу, что верою мы познаем. That the worlds were framed by the word of God. Что веки устроены словом Божьим. So that the things that which are seen. Так что из невидимого. Were not made. Произошло. By things which are visible. Видимое. The things that are seen. То, что видимое. Are not made. Они сотворено. By things that are visible. Из того, что невидимое. Faith, вера, defined, вера определяет, by the writer of Hebrews, определяется писателем послания евреям. And so, in meditating on this, поэтому рассуждая над этим, we come to understand, мы приходим к пониманию того, that our physical senses, что наши физические ощущения, our sight, наше зрение, our smell, наше обоняние, our hearing, наш слух, our taste, наши вкусовые рецепторы, and our touch, и наши прикосновения, allows us to interact with the physical world. Это позволяет нам взаимодействовать с окружающим миром. These senses are important for us to have relationships. И вот эти чувства, они важны для того, чтобы мы имели отношения. To communicate. Для того, чтобы общаться. To enjoy good tasting food. Для того, чтобы наслаждаться прекрасной вкусной едой. To have a sense of smell. Для того, чтобы иметь ощущение обоняния и нюхать что-то. But in the spiritual world. Но в духовном мире. Our physical senses. Наши физические чувства. Are the least. Они наименее важные. But our spiritual senses. Но наши духовные чувствования. Are high. In God's eyes. Они обостряются в очах Божьих. So just as our physical senses give us abilities in the natural world. Поэтому точно так же, как наши физические чувства, они нам помогают общаться с внешним миром. Faith. Точно так же вера. According to Hebrews chapter 1 and 3. Согласно Евреям 1 и 3. Faith is the quote sense. Говорится в кавычках это чувство.
that gives us evidence, которая дает нам свидетельство, of the invisible world, свидетельство мира, который не видим. Your faith, твоя вера, my faith, моя вера, gives us evidence, дает нам свидетельство, that there is a world, того, что существует мир, that we cannot see, который мы не можем не увидеть, with our eyes, мы не можем увидеть своими очами, touch with our hands, мы не можем потрогать руками, we can't smell it with our noses, мы не можем понюхать этим нашим носом, it is not primarily heard with our ears, и главным образом мы не слышим нашими ушами. We cannot taste it with our tongue. Мы не можем вкусить это своим языком. But it is more real. Но он более реален. When we operate in faith. Когда мы действуем в вере. That it will supersede. И он более превыше. And exceed. И превозносит. Everything that we experience. Все, что мы переживаем. In this natural world. То, что мы переживаем в естественном мире. Say amen to that. Скажи аминь на это. And so there's something else we need to understand about. Поэтому есть что-то, что мы должны понимать. Our faith. В отношении нашей веры. It has a beginning point. Оно имеет точку отчета. Romans 10 and verse 17 says it like this. Римлянам 10:17 говорится следующим образом. So then faith comes. Говорится, что это как приходит вера. By hearing. Вера приходит от слышания. And hearing. От слышания. By the word of God. От слова Божьего. You know that verse? Вы знаете этот стих? Faith comes. Вера приходит. Faith comes. Вера приходит. It begins. Она начинается. It starts. Оно имеет начало. It has a beginning point. Она имеет точку отчета. By hearing. От слышания. And hearing comes. А слышание, в свою очередь, by the word of Christ. Оно приходит от слова Христа. Literally in the Greek, that word is Christo. В буквальном переводе это слово Христо. So. Hearing comes by the word of Christ. Поэтому слышание приходит от слова Христа. Whatever Jesus says to you, что бы ни сказал тебе Иисус, is faith. Это вера. Everything he speaks to you, все, о чем он говорит тебе, is faith. Это вера. What the Holy Spirit recorded in the scripture, то, что Дух Святой записал в Писаниях, builds faith. Оно устрояет веру. Every time you heard an anointed message, всякий раз, когда ты слышишь помазанную проповедь, builds faith. Это устрояет твою веру. But the Bible said it comes through hearing. Но Библия говорит, что оно это приходит от слышания. And so God himself will use our physical senses, поэтому Бог будет использовать наши с вами физические ощущения, to allow us to build our spiritual being. Для того, чтобы позволить нам устроять нашего духовного человека. Those who have no ears, у тех, которых нет ушей, have a hard time grasping. Им трудно бывает услышать и что-то понять. Those who have no eyes to see, у тех, кого нет глаз, чтобы видеть, say, Lord, that I may receive my sight. То они просят, Господь, дай мне зрение. But I'm so glad, но я так рад, that my physical senses, что мои физические чувства, do not limit the power of God in my life. Они не ограничивают силу Божию в моей жизни. That even if you have limitations physically, что если даже у тебя есть какие-то физические ограничения, you can be a giant spiritually. Ты можешь быть духовным гигантом. You ought to touch somebody and say, I see a giant in you. Скажи своему соседу, я вижу великана в тебе. I know you may be small in stature today. Я знаю, что может быть ты мал ростом. But I see a giant in you. Но я вижу великана в тебе. Amen. So faith comes by hearing. Поэтому вера приходит от слышания. And hearing by the word of God. От слышания, от слова Божьего. Watch this. Смотрите. Now faith being the substance. Теперь вера, будучи тем существом, of things hoped for. То, ради чего люди надеются. Of things that are for a confident expectation of good. Это то, когда люди надеются, что-то произойдет хорошее и доброе. Faith is the building block. It is the substance of those things. То есть вера является тем строительным камнем, с помощью которого происходят эти вещи. Scripture said it is the evidence of things not seen. Поэтому нам Библия говорит о том, что это есть свидетельство вещей невидимых. Here is my cell phone. Вот мой телефон. If somebody were to call me, если кто-то мне позвонит, if my wife were to call me in the States, если моя жена мне позвонит с Америки, I wouldn't be able to see when she picked up the phone. Я не смогу увидеть, когда она подняла телефон. But as long as my phone was had reception, но если у моего телефона есть связь, my phone would ring, то мой телефон зазвонит, and I would see my wife's beautiful face. Я вижу прекрасное лицо своей жены. And I would tell y'all, я скажу вам всем, wait a minute, my wife is calling. Ребята, подождите немного, жена звонит. Even though I couldn't see the signal coming to me, даже если я не вижу, каким образом приходит этот сигнал, my receiver would pick it up. Но мой ресивер, он примет его. And I would see my wife's face. Я увижу лицо своей жены.
You have a receiver on the inside of you. У вас есть приемник, находящийся внутри вас. I'm talking to every born again believer. Я говорю с каждым рожденным свыше христианином. And every time God has a word for you. И всякий раз, когда у Бога есть слово для тебя. As long as you have reception. Если только у тебя есть вот эта связь. You will receive what God has for you. Ты примешь то, что Бог имеет для тебя. No matter what your eyes may see. Не важно, что увидят твои глаза. No matter what your ears may hear. Не важно, что услышит твое ухо. God speaks spirit to spirit. Бог говорит от духа к духу. And you'll be able to interpret и ты сможешь истолковать what God is saying to you. То, что Бог говорит лично тебе. And with all these people in here, и со всеми здесь людьми, сколько собралось. And many, many ministers, и множество-множество служителей, sharing many words, которые делятся многим словом. The Holy Spirit Дух Святой will allow you and me, Он позволит тебе и мне to hear and receive услышать и принять what He has specifically wanted us to hear то, что and receive. Он конкретно желает, чтобы мы приняли и услышали. Come on, say amen to that. Кто-то скажет аминь на это. Say, Holy Spirit, скажи, Дух Святой, I'm here to receive я здесь для того, чтобы принимать what you have for me. То, что ты имеешь для меня. But here it is. И вот оно. Faith cannot be measured веру невозможно измерить by what the world uses to measure the physical things. То, что пользуется мир для того, чтобы измерить физические вещи. A glass, oh, here's a good example. Вот хороший пример. Here's a bottle. Вот бутылочка. It's made out of plastic. Бутылочка сделана из пластика. This bottle вот эта бутылка contains water. Содержит воду. Somebody took the time to put this water in this bottle. Кто-то взял время для того, чтобы наполнить ее водой. But this bottle is limited. Но эта бутылка, она ограничена. You can only put enough water in this bottle. Ты можешь столько-только воды сюда налить. That this bottle can contain. Сколько она может вместить. If you wanted to put more water in this bottle, если хочешь налить сюда больше воды, you would have to have a bigger bottle. Тебе нужна больше бутылка. But God has given every one of us но Бог дал каждому из нас a bottle on the inside, вот эту бутылку внутри нас, so that you and I для того, чтобы ты и я can receive everything God wants us to receive. Смогли принять то, что Бог желает, чтобы мы приняли. The Bible tells us a story, Библия говорит нам истории, of a man that was demon-possessed. Человек, который был одержим бесами. He had a legion of demons in him. У него был целый легион бесов. Thousands of demons, тысячи бесов, occupied his soul. Они просто занимали его душу. Let me know that the capacity of our soul. И вот смотрите, то вместимость нашей души. Is greater than our eyes can comprehend. Она больше, чем наш глаз может понять. And it cannot be measured. И она невозможно измерить. By physical things. Невозможно измерить физическими вещами. So the Bible teaches us. Поэтому Библия учит нас. That in 1 Corinthians chapter 2 verse 13 and 14. 1 Коринфянам 2 глава 13 и 14 стихи. Let's focus on verse 14. Давайте посмотрим на 14 стих. By the natural man. Говорится, что естественным человеком. Let me say that again. Позвольте еще раз сказать, но естественный человек. Does not receive the things of the Spirit of God. Не принимает духовные вещи Божии. For they are foolishness to him. Ибо они есть глупость для него. Nor can he know or understand them. Также точно так же, как он не может ни познать, ни понять их. But they are spiritually discerned. Но они духовно различаются. Spiritual things духовные вещи are discerned spiritually. Они различаются духом. Physical things физические вещи are measured physically. Измеряются физическими мерами. You can't measure your faith. Ты не можешь измерить свою веру. The Bible says either we have faith. Библия говорит, либо у нас есть вера. Great faith. Большая вера. Or no faith. Либо нет веры. You can't measure it. Ты не можешь измерить ее. With anything in this natural world. Тем, что находится в этом окружающем that мире. That lets me know. То, что даст мне знать. Whatever circumstance or situation you and I face. Какие бы обстоятельства ты не сталкивался в своей жизни. Whatever situation it is in your life. Что бы не было в твоей жизни сейчас. There is always a spiritual force. Всегда есть духовная сила. There is always a spiritual power. Всегда есть духовная мощь. Greater than that physical circumstance. Больше намного, чем твое физическое обстоятельство. Or whatever you are facing in your life. Та нужда, которую ты сталкиваешься в своей жизни. Вера может двигать горы. Вера может изменять жизнь. Вера может сделать так, что мертвый будет жить. То, что слепой будет видеть. То, что глухой услышит. То, что хромой будет ходить. Прокаженный будет очищен. Нужна вера для того, чтобы верить Богу. Нужна вера для того, чтобы быть спасенным. И Бог знал, что если
If he needed a family in this earth, что если ему нужна бы семья на этой земле, it had to be a family of faith. То это должна была быть семья веры. Anybody in here of the family of faith? Кто-то здесь есть из семьи веры? All right. Хорошо. All right. Your test is coming. Сейчас будет тест. Проверка будет. On our journey of faith. В наше путешествие веры. Just like Abraham and Sarah. Точно так, как у Авраама с Сарой было. Abraham and Sarah had to take a leave of their physical senses. Авраам и Сара, они должны были просто отказаться от своих физических ощущений. They had to take leave of how they thought. Они должны были отказаться от того, как они мыслили. They had to take leave of their traditions. Они должны были отказаться от своих каких-то традиций. They had to take leave of their beliefs. Они должны были отречься от своих убеждений. They had to take leave of their customs. Они должны были отвернуться от своих обычаев. They had to take leave of their influences. Они были отказаться должны от своего влияния. He was told, "Leave your family." Ему было сказано, оставь свою семью. Leave your surroundings. Оставь свое окружение. God was telling them, "I'm about to change your mind." Бог говорит, я поменяю твой разум. I'm about to change your thinking. Я собираюсь поменять твой образ мысли. I'm about to change what you call good. Я хочу поменять то, что ты считаешь хорошим. And make it better. И сделать лучшим. He had to leave his natural understanding. Он должен был оставить свое естественное понимание. Because God was getting ready to grow him up. Потому что Бог собирался взрастить его. In true spiritual things. В истинных духовных вещах. The Bible said, as they journeyed. Библия говорит, по мере того, как они шли. Leaving their senses. Когда они оставили свои ощущения. Leaving the navigation of the world by their natural senses. Когда они оставили именно то, с помощью чего они двигались в этом естественном окружении. They had to leave their traditions. Они должны были оставить свои традиции. They had to leave all of their customs. Они должны были оставить все свои обычаи. And God was going to build something new in them. И Бог собирался построить что-то новое в них. The Bible says, as they journeyed onto a land that God was going to show them. И Библия говорит, по мере того, как они шли в ту землю, которую Бог собирался указать им. They did not know where they were going. Они не знали, куда шли. And so they stepped out in faith. Поэтому они вышли в вере. And that's why the Hebrews writer said, by faith. Поэтому евреям говорится и пишется по вере. Abraham obeyed God. По вере Авраам был послушен Богу. It was by faith. И по вере. That he stepped out. Он вышел. Not knowing where he was going. Не зная, куда идет. But knowing who he was going with. Но знал, с кем он шел туда. The Bible said that he made some mistakes. Библия говорит о том, что он делал ошибки. On his journey of faith. По своему пути, по дороге веры. He made some missteps. Он делал какие-то неправильные шаги. He was not perfect in his walk of faith. Он не был совершенным в своем духовном хождении веры. But he took the first step. Но он сделал первый шаг. He took the second step. Он сделал второй шаг. And he just kept on following the leading of the Lord. И он просто продолжал идти водительству Божьему. It is not hard to follow the leading of the Lord. Не так тяжело следовать водительству Божьему. Just like we heard on last night. Точно как мы слышали вчера вечером. Just take a step. Что просто возьми шаг. For you take one step. Ты сделаешь один шаг. And God knows he's got something he can work with. А Бог будет знать, что ему есть чем работать. Let me correct that. Позвольте мне исправить you это. You take one step. Скажу больше. Ты сделал and God один knows шаг. He's got someone. А Бог тогда знает, что у него есть кто-то, с кем он может пойти. Faith is a step by step process. Вера — это процесс шага за шагом. Nobody begins knowing it all. Никто не начинает, зная, что он все знает. And I'm so glad that the Holy Spirit penned this in the scripture. Я так благодарен Богу, что он поместил это в Писании. That Abraham journeyed by faith. Что Авраам отправился в путешествие по вере. Not knowing where he was going. Не зная, куда идет. And so many times we believe that we have to know everything. Поэтому часто мы думаем, что нам надо все знать. But walking by faith doesn't mean you know anything. Но хождение в вере может означать, что ты вообще ничего не знаешь. It simply means I know nothing. Это единственное означает, что я ничего не знаю. Except what the Lord bears witness with my heart. Это то, что Господь является свидетелем моего сердца. Holy Spirit prompts me and leads me. Дух Святой ведет меня и направляет меня. But it's up to me to follow the leading of the Holy Spirit. А моя задача — это быть подверженным и водиться за Духом Святым. Your test is coming. У тебя будет испытание. Your test is coming. Твой тест еще впереди.
Thank God we're not the only ones that walk by faith. Слава Богу, что мы не одни ходим по вере. You have many people at home in your churches. Есть много людей в домашних в ваших церквях. That are watching you like a hawk. Которые смотрят на вас пристально. And what steps you take? И смотрят, какие ты берешь шаги. They will take. И они точно так же будут делать. How they hear you address the problem? Как ты отвечаешь, реагируешь на какую-то проблему? That's how they're going to address the problem. Это то, как они будут реагировать на такую проблему. The words that you say. То мир говорит, ты говоришь. И это в конечном счете это будут слова, которые они будут повторять. Они смотрят, наблюдают пристально за каждым твоим шагом. Некоторые из них преданно наблюдают. And others may be watching critically. А другие, может быть, критически наблюдают. Some may have words of praise. У кого-то, может быть, слова хвалы. And others may have words of discouragement. А другие, может быть, имеют слова разочарования. But the bottom line is, но как минимум, I would encourage us, я хотел бы ободрить всех нас, keep walking by faith. Продолжайте идти в вере. Keep walking by faith. Продолжайте ходить по вере. For the just ибо shall live праведный by верою жить faith. Будет. There's a story in the Bible in Acts chapter 10. Есть история в Библии в Деяниях 10 главе. Of a gentleman named Cornelius. Говорится история о Корнилии. Bible says that he was a Roman leader. Библия говорит, что он был римским лидером. Captain of the Roman guard. Был одним из капитанов охранников. But Cornelius was also known to be a devout man. Также говорится о Корнилии о том, что он был посвященным человеком. Bible said he feared God. Библия говорит о том, что он боялся Бога. And he prayed to God always. И он всегда молился Богу. That's an interesting point. Это интересный момент. Because being a Roman, потому что будучи римлянином, there were many gods he could have prayed to. Было множество богов, которым он мог молиться. Но Писание говорит, he prayed to God always. Говорится о том, что он молился Богу всегда. He wasn't a Jewish prophet. Он не был прозелитом еврейским. Но он иногда обнаруживал себя, что он находился где-то рядом с храмом. He learned about Jehovah God. Он узнал о Боге Иегове. And he decided that I'm going to pray to this Jehovah God all the time. И он принял решение, что я буду молиться этому Богу Иегове постоянно. The Bible said that he was a very generous man. Библия говорит о том, что был очень щедрым человеком. And that he gave alms all the time. И он что постоянно давал подати. And prayed to God all the time. Постоянно молился. And one day while he was in prayer, и вот однажды, когда он был в молитве, an angel showed up. Явился ангел. And the angel said to him, и ангел сказал Cornelius. Ему, Корнилий. And Cornelius observed the angel. А Корнилий наблюдал ангела. And he was afraid. И он убоялся. And the angel said to him, и ангел сказал ему, Cornelius, your prayers, Корнилий, твои молитвы, and your almsgiving, и твои жертва. Mm-hmm. I've come up as a memorial before God. Они были вспомнены Богом. Бог вспомнил о них. And Cornelius was enjoying what he was hearing. И Корнилий он очень возрадовался от того, что finally, услышал. Finally, the instructions came. И наконец-то пришли инструкции. Said Cornelius. И сказал ему Корнилий. Send for Peter. Пошли для Петра за Петром. He is in Joppa. Он находится в Йопе. He's staying with Simon, who is a tanner. Он находится с Симоном. Send for him. Отправь за ним. And he will tell you. И он скажет тебе. What you must do next. Что тебе делать дальше. So Cornelius. Корнилий. Got two of his servants. Взял двое своих слуг. And one of his devoted soldiers. Одного из своих посвященных солдат. Told them the story. Сказал им историю. And sent them down to Joppa. И отправил их для того, чтобы они пошли туда. 30 miles from where he was. 30 миль от того, где он находился. In the meanwhile. И в это время. Peter was praying. Петр в то же время молился. He was at the roof of the house where he was staying. Он находился на крыше дома, где он остановился. The Bible said that he was now praying. Библия говорит о том, что он молился в тот момент. And it was about noontime. И было время полудня. And while Peter was praying, и в то время, когда молился he Петр, got hungry. Он залкал. Bible said he became very hungry. Библия говорит, что он очень захотел есть. And so hungry, и был настолько голоден, that he wanted something to eat desperately. Что он так сильно хотел что-то съесть. And so while he was praying and while he was hungry, и вот пока вот он молился, пока he он said to his ощутил голод, он сказал своему Please слуге, provide me something to eat. Пожалуйста, принесите мне что-то поесть. While they were preparing the food, и пока они готовили пищу, the Bible said he fell into a trance. Библия говорит о том, что он впал в транс. And in that trance, и вот в этом трансе, he looked up into heaven, он посмотрел на небеса, and he saw a sheet coming down from heaven. И он увидел, как скатерть идет с неба. Your test is coming. У тебя будет тест.
And so as the sheet was coming down from heaven, и вот как эта скатерть была с неба, the Bible said it came towards Peter. Библия говорит о том, что она была направлена к Петру. It was bound at the four corners. Она была связана по четырем углам. And as it came down before Peter, и когда она спустилась перед Петром, he could see that there was a lot of movement in the sheet. Он увидел, что большое движение находится. And as he looked in the sheet, и когда он посмотрел на эту скатерть, the Bible said, Библия говорит, that their voice came to him. Что пришел голос к нему. After he saw what was in the sheet. После того, как он увидел, что находится на скатерти. And there were four things in that sheet. И было четыре вещи на этой скатерти. There were animals that had four feet. Были звери, у которых четырехногие звери. There were wild beasts in that sheet. Там были дикие звери. There were creeping things in that sheet. Там были ползающие гады. There were flying birds in that sheet. Там были летающие птицы. And the voice said to him. И голос сказал ему. Peter. Петр. Rise. Поднимись. Kill. Убей. And eat. И ешь. Peter. Петр. Rise. Встань. Kill. Закали. And eat. И ешь. Peter responded to that voice. Петр отреагировал на этот голос. Like he did in times past. Точно так, как он это делал в прошлом. When he rebuked Jesus for telling Jesus what was going to happen. Он воспротивился и сказал Иисусу и был против того, что говорил Иисус. And the spirit of Peter came on Peter. И дух Петра сошел на Петра. And Peter said to that voice. И Петр сказал этому голосу. Not so, Lord. Не так, Господь. Because I have never eaten anything. Не будет так, Господи, потому что никогда не ел. That is called common or unclean. Того, что нечистое. And the voice said to Peter. И голос сказал Петру тогда. Peter, whatever I say to you is clean. Петр, то, что я называю чистым. Don't call it common or unclean. Не почитай нечистым. And this happened not one time. И это произошло не раз. Not two times. Не дважды. Not three times. Не трижды. Won't take the time to talk about that. Мы поговорим об этом еще. Why three times? Почему три раза? But it happened three times. Произошло три раза. And then everything was gathered back up together. И потом снова все было собрано and вместе. Went up into heaven. И вознеслось на небо. And the Bible said while Peter was meditating on this vision. О том, что когда Петр рассуждал об этом видении. He heard of another voice from heaven. Он услышал другой голос с неба. Before he heard that voice, let's take a minute and analyze this. Перед тем, как он услышал этот голос, давайте остановимся и проанализируем. He's in a trance. Он находится в этом ощущении транса. Он очень голоден. Он молился. And here comes a vision. И приходит это видение. He sees a sheet. Он видит скатерть. And some animals in that sheet. И он видит некоторых зверьё там. Wild beasts. И вот эти дикие звери. Creeping things. Ползающие гады. Flying things. Летучие всякие. And a voice saying to him. И голос говорит ему. Rise. Поднимись. Get up. Встань. Rise up. Поднимись. Rise up. Встань. Rise up. Поднимись. Stand up on your feet. Rise up. You got it, sister. You got it. Молодец, rise сестра. Up. Встаньте. Stand up to your feet. Встаньте на ноги. Stand up to your feet. Stand up to your feet. Встаньте на ноги. All right, now you can sit down. Your test is coming. You can можете sit down. Садиться. You can sit down. Sit можете down. Садиться. Садитесь, пожалуйста. One sister passed the test. Одна сестра уже прошла тест. No. Rise up, he said. Он говорит, встань. Kill and eat. Закали и ешь. You study that word in Greek, kill. Вот это слово в греческом закали. And it's a sacrificial word. Это слово, которое используется для he was saying to Peter, жертвы. Он говорит Петру. Sacrifice these animals. Он говорит, принеси в жертву этих животных. Just like you would any other animal. Точно как же ты поступил бы с любым другим животным. Kill them sacrificially. Закали его именно как жертву. And then eat them. И потом вкушай ее. What's interesting about killing them sacrificially? И то, что интересно, когда происходит вот это слово закали как жертву. When an animal is killed sacrificially. Когда животное закалывается как жертва. It is done to that animal without trauma and without pain. Это делается животному без боли и без какого-то травмы. The animal's neck is severed in such a way that it's quick and painful, and the animal dies almost instantly. Шея животного настолько быстро нарушается, что почти безболезненно, и он быстро умирает. And Jews have been studying this for years and years and years. И евреи это изучали годы, годы, годы. How to accurately sacrifice or kill an animal without pain or trauma? Каким образом нужно правильно заколоть животное для того, чтобы не принести ему боль и травму? And that's what God was saying. This voice was saying to Peter. И это то, что
говорил Бог этим голосом, когда он обращался к Петру. He wasn't saying beat it over the head and kill it. Он не говорил, что побей ему по голове и потом убей его. He wasn't saying shoot a bow and arrow and kill it. Он не говорил, что возьми стрелу и запусти из лука этой стрелой. He was saying to sacrificially kill this animal. Но он сказал, закали это как жертву. And then consume it and eat it. Sacrificially. А потом именно возьми и употребли это в пищу как жертву. And of course, Peter said, "No, Lord, these things are unclean." И конечно сказал, нет, Господь, да не будет так, ибо это все нечистое. These were animals that Peter would never kill and never eat as a Jewish proselyte. И поэтому, будучи еврейским прозелитом, и Петр никогда бы этих животных не употребил в пищу таким образом. Understand now, Peter is a born-again Christian. Теперь поймите, что Петр рожденный свыше христианин. He is a born-again child of God. Он рожденный свыше дитё Божие. He is walking by faith. Он ходит по вере. Jesus is ascended and seated at the right hand of God. Иисус вознесся и воссел одесную Бога Отца. And Peter is walking a journey of А Петр ходит здесь верою, по вере. Но Бог никогда не оставляет его одного, как по мере того, как он идет своей дорогой веры. У него были еврейские убеждения. У него были еврейские обычаи. У него была идеология еврейская. Но Бог теперь хотел, чтобы он начал ходить в идеологии царства. Это Петр. Who was rough around the edges? Который был не таким уже и гладким, он был грубоватым человеком. Who probably resembled somebody in that sheet? Который, возможно, напоминал кого-то, кто был на этой скатерти. Somebody beside you is a wild beast. Кто-то рядом с тобой, может быть, тоже дикое животное. Somebody beside you was a wild beast. Кто-то, может быть, рядом с тобой был когда-то этим диким зверем. Somebody beside you was a four-footed animal. Может быть, кто-то, кто рядом с тобой, это было четвероногое животное. Somebody beside you today was a flying bird. Кто-то, может быть, кто сидит рядом с тобой сегодня, он когда-то был летающим животным. And somebody beside you was a creep that creeps. А кто-то рядом с тобой это был гад ползущий. All of us. Все из нас. Don't look at your neighbor. Look at me. Look at me. Look at me. Смотрите на меня, не смотрите на соседа, на меня смотрите. All of us. Но все мы, все мы все были на этой скатерти. All of us were in that sheet. Все мы находились на этой скатерти. All of us were in that sheet. Все мы находились на этом месте. Some of us were wild. Некоторые из нас были дикие. Some of us crawled. Некоторые из нас ползали. And slithered like a snake. Некоторые как змею извивались. Some of us thought we were so majestic and better than everybody else. Мы такие крутые. Что мы могли летать и клюв так кверху поднимали. Some of us did all kind of things that folks said you ain't nothing but just a lamb, just a little sheep. И некоторые делали такие вещи, на которые смотрели люди и говорили, что ты никто, ты просто овечка какая-то. But somewhere and somehow we were all in that sheep. Каким-то образом мы все находились на этой скатерти, которую Бог спустил перед этим человеком Божьим. Who looked at the animals in that sheep and said, который посмотрел на этих зверей на этой скатерти. Unclean. И говорит, нечистые. Common. Необычные, unworthy, недостойные, no good, нехорошие, dirty, грязные, worthless, бесполезные. We were all in that sheet. Мы все были на этой скатерти. And rightfully we were labeled no good. И справедливо нас называли нехорошими, unworthy, недостойными, dirty, грязными, lost, потерянными, forsaken. Брошенными, good for nothing, ни на что негодными, бесполезными, hated, ненавидимыми, despised, презираемыми, worthless, бесполезными. But while we were in that sheet, но когда мы находились на этой скатерти, Jesus had us on his mind, Иисус думал о нас. But he needed an army of faith. Но ему нужна была армия веры. He needed an Abraham and a Sarah, ему нужны были Авраам и Сары, who would forget the past, которые бы забыли прошлое, and look towards the future, которые бы смотрели в будущее. And in every generation, в каждом поколении, God is looking for somebody, Бог ищет кого-то, either a man or a woman, мужчину или женщину, who would forget their past, которые забудут свое прошлое, and look towards the future, которые будут смотреть в будущее, with the eyes of faith, глазами веры, because there are still people today, потому что сегодня все еще есть люди, in your land and in my land, в твоей стране, в моей стране, who are still kicking in the sheets, которые до сих пор все еще отпинывают эту скатерть, that the world has called no good, который мир называет негодным, that the world has called lost, который мир называет потерянным, который мир называет оставленным. А Бог говорит тебе и мне,
call them lost. Не почитай Don't их потерянными. Call them forsaken. Не считай их They оставленными. Они люди They живые. Are my family. Они моя семья. All you need is faith. Все, что тебе нужно, это вера. To see what I see. Для того, чтобы видеть, что я to вижу. Hear what I hear. Для того, чтобы слышать, что я to слышу. Believe what I believe. Для того, чтобы верить, как я to верю. Enjoy what I enjoy. Для того, чтобы радоваться, как to я радуюсь. Your past. Для того, чтобы забыть свое прошлое. To forget your history. Для того, чтобы забыть свою историю. And tell them И сказать им, that I love them. Что я люблю that их. I died for them. Что я умер за that них. Them. Что я верю that в них. They are mine. Что они мои. That they are mine. Что они мои. That they are no longer unworthy. Что они уже не являются недостойными. That by the blood of Jesus. Но кровью Иисуса. They are the righteousness Кровь Иисуса, они есть праведность Божия. They may not look like you. Может быть, они не похожи they на тебя. Not sound like you. Может быть, они не звучат так, they как ты. May not walk like you. Может быть, они не ходят, как they ты may ходишь. Not even talk like you. Может быть, они не так говорят, как they ты. May be covered in tattoos. Может быть, они татуировками and все исписаны. Piercings in their nose Может and быть, in their у них ears. В ушах и в зубах, в носу. Какие-то торчат пирсинги. Но знаете что? Мы все были на этой скатерти. Мы все находились на этой скатерти. Мы все были оставлены. Мы все были потеряны. Но кто-то встал и кто-то вышел по вере и сказал, слушай слово Господне. Ты уже не оставлен и не потерян. Послушай слово Божье. Ты не умрешь. Ты будешь жить, if you will believe, если будешь верить, and receive, если примешь the name of Jesus, имя Иисуса, you shall live, будешь жить and not die, и не умрешь. You shall live, будешь жить and not die, и не умрешь. You shall live, будешь жить and not die, и не умрешь. And so it was. God was looking for Abraham and a Sarah. Поэтому Бог искал Аврааму и Сару. Who would forget about their past? Которые забудут о своем прошлом. And begin to see the future. Которые начнут видеть будущее. I'm here to tell you today, Church of God. Я здесь сегодня для того, чтобы сказать тебе. That God has such a great future for you. У Бога такое замечательное будущее для тебя. But just like the sheet coming down. Но точно так же, как скатерть нисходящая. You can't see what's inside the sheet. Ты не можешь увидеть, что находится внутри. You can't see what's inside the sheet. Ты не можешь увидеть, что находится внутри скатерти. Подожди, когда скатерть спустится вниз. Могу ли я сказать это тебе? И когда ты заглянешь внутрь этой возможности, твоим естественным зрением оно не будет привлекательно. Животные, они не очень приятно пахнут носом. Они не будут так же издавать такие звуки, как ты и я. And when God opens that sheet before you, и когда Бог развернет эту скатерть пред тобой, let's not be like Peter. Давайте не будем как Петр. By saying no, God. Не скажем нет, Господь. They're not good enough for us. Они недостаточно хороши для нас. But let's be like the angel. Но давайте будем как ангел, that says, который сказал, or Mary that says, или как Мария, которая whatever сказала, whatever He says unto you, что скажет вам, just do it. Делайте. Touch somebody and say whatever He says to you. Коснись своего соседа и скажи, что он скажет тебе. Just do it. Так поступай. Whatever he says to you, что бы он ни сказал тебе, just do it. Делай точно так. Just do it. Делай точно так. Just do it. Просто делай и все. Peter now. Теперь Петр. Got the message. Он получил это слово. The Bible said. Библия говорит. The voice came to him and said. Пришел голос к нему и сказал. Three men are looking for you. Три человека ищут тебя. When they show up, когда они придут, I want you to go with them, я хочу, чтобы ты пошел с ними. Doubting nothing, ни о чем не сомневайся. Because I have sent them. Потому что я послал их. Peter, Петр heard that voice clearly. Услышал ясно и четко этот голос. Three men are looking for you. Три человека ищут тебя. Three times the sheet came down. Три раза спускалась скатерть. Three men are looking for you. Три человека ищут тебя. He said to him, Он сказал when they ему, come to you, когда придут за тобой, go with them. Пойди с ними. Doubting nothing. Не сомневаясь ни о чем. Because I have sent them. Потому что я послал их to you. Тебе. When God called Abraham, когда Бог призвал Авраама, He said to Abraham, Он сказал Аврааму, go to the land that I show you. Пойди в землю, которую я укажу тебе.
The writer of Hebrews. И писатель евреям. Put Abraham in the hall of faith. Он поставил его в этот. In the 11th chapter, in the 8th verse. В 11 главе, в главе веры. And he said Abraham. И говорит, что Авраам. Left obeying God. Он угодил Богу. Not knowing where he was going. Не зная, куда идет. Title of this message is not knowing. И название этой проповеди — не зная. Abraham did not know where he was going. Не знал, куда он шел. Peter. Петр knew where he was going. Знал, куда идет. But the word that God gave Peter. Но слово, которое Бог дал Петру. Is not that you will not know where you're going. Это не то, что ты не будешь знать, куда but пойдешь. But he told him, doubt nothing. Но он сказал, ни о чем не сомневайся. You can walk by faith. Ты можешь ходить в вере. Not knowing where you're going. Не зная, куда идешь. As long as you're not doubting where you're going. До тех пор, если не будешь сомневаться, куда ты идешь. Вы не слышали, вы ничего не поняли. Not knowing. Не зная. Is not the same. Это не то же самое. As doubting. Как сомнение. You cannot know where you're going by faith. Ты можешь не знать, куда идешь по вере. But when you're going not knowing. Но если ты идешь и не знаешь, куда идешь. Believe and doubt not. Верь и не сомневайся. Because God has called you. Потому что Бог призвал тебя. And God is sending you. И Бог послал тебя. And God is instructing you. И Бог тебя инструктирует. Don't doubt me. Не сомневайся. Just believe me. Просто верь мне. Even though you don't know where you're going to end up. Даже если ты не знаешь, где ты окажешься. Take the step of faith. Возьми шаг веры. Doubt nothing. Ни в чем не сомневайся. Believe God. Верь Богу. And God will work it out for you. И Бог все устроит для тебя. Touch yourself right here and say, doubt nothing. Коснись себя и скажи, ни в чем не сомневайся. Not knowing. Даже если не знаешь. Doubt nothing. Не сомневайся. Not knowing. Не зная. One more time. Doubt Еще nothing. Раз. Не сомневайся. Not knowing. Не зная. I need everybody. I need to see your mouth moving. Я хочу, чтобы вы сказали устами, не сомневайся. Not knowing. Не зная. You got it? Вы поняли? You got it. Вы поняли? Peter. Петр. Man of God. Человек Божий. Heard the word of God. Услышал слово Божие. And when the men came, he went with them. И когда пришли люди, он пошел с ними. Not knowing. Не зная. Doubting nothing. Ни в чем не сомневаясь. He didn't know whose house he was going to. Он не знал, в чей дом он идет. What the house looked like. Как этот дом выглядит. He just knew that this was not a Jewish house. Но он единственное знал, что это не еврейский дом. He had never met Cornelius. Он никогда не встречался с Корнилием. He had never been in the house of Cornelius. Он никогда не был у него дома. He had never eaten Cornelius's food. Он никогда не ел пищу Корнилия. But he doubted nothing. Но он ни в чем не сомневался. Why? Почему? Faith came. Потому что пришла вера. By hearing. And hearing came. Отслышание пришло. By hearing. Отслышание. The word that said слово, to him. Которое сказано было nothing. Ему. Не сомневайся. As he reached Cornelius's house. И вот когда он достиг дома Корнилия. Cornelius fell down before him and greeted him. Корнил пал пред ним и поприветствовал его. He picked up Cornelius and said, "I'm just a man, just like you." И он поднял Корнилия и говорит, я такой же простой человек, как и ты. That's what he said to him. Это то, что он сказал ему. I'm just a man, just like you. Я такой же человек, как и ты. Peter was already changed in his thinking. Петр уже был изменен в своем мышлении. You have to understand because a Jewish mind потому что еврейский разум would see a Gentile видя язычника much lower than he is. Он видел и смотрел на него намного ниже, чем so он сам. So the old Peter поэтому старый Петр would have probably looked at Cornelius он бы, скорее всего, посмотрел на Корнилия and said, that's right. И сказал, да, ты прав. Bow before me. Да, поклонись мне. I'm a Jew. Я еврей. You're a Gentile ты язычник, языческая собака. But the thing, the problem was, но проблема в чем? He saw some Gentile dogs in that sheet. В том, что он увидел вот этих еврейских языческих собак на этой скатерти, и это поменяло его мышление. Петр уже покаялся. Потому что покаяние буквально означает изменить отношение, разум по отношению к Богу. Поэтому по дороге веры Петр каялся за 30 миль. He was repenting. Он, каялся. I know. You don't have to have a physical altar to repent. Тебе не нужно иметь физический какой-то you алтарь, could be sitting чтобы in your seat. Ты можешь сидеть на своем месте. And repenting or changing your mind towards God. Каяться или же менять свой разум в отношении Бога. You may have heard that he's a wicked God. Может быть, ты слышал о том, что он Бог. He's a hard God. Что он может быть жесткий. My Bible tells me that he's a good God. Но моя Библия говорит, что он добрый Бог. And when you believe that
that he's a good God. И когда ты веришь в то, что он благой Бог. In the good times. В хорошее время. And the bad times. И в плохое время. You are repenting in your mind. И ты каешься в своем разуме. And changing your mind towards God. И ты меняешь свое отношение к нему. Where once we saw him bad. Тогда, когда мы видели его плохим. Now we see him always good. Теперь мы видим его всегда благим. Cornelius greeted him. Корнилий поприветствовал его. And brought him into the room. Ввел его в комнату. And Peter. И Петр saw a group of people, он увидел группу людей, family members, членов семьи and close friends, и близких друзей of Cornelius. Корнилия. And Peter asked a question, и Петр задает вопрос. What am I doing here? Что я здесь делаю? Why did you call me here? Зачем ты позвал меня сюда? Here it is. И вот зачем. Even when he reached the destination, даже когда он уже пришел в пункт назначения, he still did not know why he was there. И все еще он не знал, зачем он там. And so it is by walking by faith. Поэтому это из-за по причине хождения в вере. You can reach the place God has told you to be. Ты можешь достичь места, которое Бог сказал тебе быть. You could be sitting down with the people God told you to sit down with. Ты можешь сидеть с людьми, с которыми Бог сказал тебе воссесть. And you can still have questions in your mind. И у тебя все еще могут быть вопросы в разуме. Why am I here? Что я здесь делаю? You could be sitting in this audience today. Ты можешь сегодня сидеть здесь, в этом зале. Sitting beside the saints of God. Можешь сидеть рядом со святыми Божьими. And asking the question. И задавать себе вопрос. God, what am I doing here? Господь, что я здесь делаю? God, what is my role here? Боже, какая моя роль здесь? What am I supposed to do? Что я должен сделать здесь? Can I tell you you're in good company? Могу ли я тебе сказать, что ты в хорошей компании? Because you're at the right place at the right time. Потому что ты в правильном месте в правильное время. And you're asking the right question. И ты задаешь правильные вопросы. The right person, у правильной личности, the one who can answer you, у того, кто может ответить and give тебе, you your next assignment. И который даст тебе твое следующее so задание. Before you leave this place, поэтому перед тем, как ты уйдешь с этого resting места, and receiving, расслабься и принимай. Can I challenge you to ask God the question? Могу ли я тебе дать вызов? Lord, why am I here today? Спроси, Господь, зачем я здесь God, сегодня? Why do you have me in this place Боже, today? Зачем ты меня привел на это what место сегодня? Is my next assignment? Какое мое следующее задание? And God put the word in и Бог вложил в уста Корнилия слово. И Корнилий поделился своей историей. Смотрите. The Gentile was preaching to the Jew. Язычник проповедует еврею. And today, church, и сегодня церковь. The Gentiles are still preaching to the Jews. Сегодня язычники проповедуют еврею. И на 2000 лет God has lifted us up. Бог поднимает нас на протяжении 2000 лет. И теперь Петр. And Jews all over the world. Теперь Петр и все остальные евреи. Are watching the Gentiles. Они наблюдают за язычниками, who are married to the Redeemer. Которые просто обвенчаны со своим Искупителем. Thank God, thank God, слава Богу, that we get to preach this gospel, что мы можем проповедовать это Евангелие to the lost and dying world. Потерянному и умирающему миру. And so as he told Peter, Peter got it. Поэтому, когда он сказал это Петру, то Петр понял это. И Библия говорит, that Peter, что Петр opened his mouth. Он открыл свои уста. Open your mouth. Открой свои уста. Open your mouth. Открой рот. Open your mouth. Открой свои уста. Not to eat food this time. На этот раз не для того, чтобы пищу туда закидывать. Not to drink this time. Не для того, чтобы воду туда заливать. But open your mouth. Но открой свои уста. Child of God. Дитё Божие. Open your mouth. Открой свои уста. Pastor and leader. Пастор и лидеры. Open your mouth. Открой свои уста. Praise team. Группа хвалы. Open your mouth. Откройте свои уста. Bishop and apostle. Епископ и апостол. Open your mouth. Открой overseer. Свои уста. And proclaim the word of God. И провозглашай слово Божие. And preach the word of God. И проповедуй слово Божие. And teach Jesus. И обучай об Иисусе. And let the world know. И пусть мир знает. That he is alive. Что он жив. And living. Что он жив и действует. Open your mouth. Открой уста. And God will fill it with words. И Бог наполнит их словами. Woo! Woo! What am I doing here? Open your mouth. Что я здесь делаю? Открой свои уста. God will fill it with words. Бог наполнит их словами. And Peter began to preach. Петр начинает проповедовать. You know the story. Вы знаете историю. Of how
Jesus came to Israel. О том, как Иисус пришел в Израиль. And how he made disciples. И как он делал учеников. And we followed him. И мы следовали за ним. We became witnesses for him. Мы стали свидетелями его. And they took him. И они взяли его. And they crucified him. Они распили его. But God raised him up on the third day. Но Бог поднял его на третий день. Peter said in the 38th verse. Петр говорит в 38 стихе. How God anointed Jesus of Nazareth. О том, как Бог помазал Иисуса из Назарета. Who went everywhere doing good. Который ходил повсюду, делал добро. Healing all those who were oppressed. Исцеляя больных. Of the devil, которые были одержимы бесами, and God was with him, и Бог был с ним, and God was in that room, и Бог был в той комнате, and when Peter came to the end of his message, и когда Петр заканчивал свое слово, before he called a benediction, перед тем как он уже делал призыв, before he called an altar call, перед тем как он сделал призыв к алтарю, he made a statement, он сделал такое заявление, and the last thing he said, и последнее что он сказал, whoever believes in him, всякий верующий в него, will receive forgiveness of sins, примет прощение грехов. Whoever believes in him, всякий верующий в него, will receive forgiveness of sins, примет прощение грехов. Whoever believes in him, всякий верующий в него, will receive, получит forgiveness of sins, прощение своих грехов. He's in the house of a Gentile. Он находится в доме язычника. He's surrounded by Gentile people. Он окружен языческими людьми. But God had changed his heart and mind. Но Бог изменил сердце и разум. In just 30 miles, буквально за эти протяжении 30 миль. And he began to preach the word of God. И он начинает проповедовать слово Божие. And when he said, и когда он сказал, whoever believes in him, всякий верующий в него, the black man, черные, the white man, белые, the old man, старые, the young man, молодые, the lost man, потерянные, the rich man, богатые, the poor man, бедные, all men, все, все человечество, whoever believes in him, всякий верующий в него, will receive forgiveness of прощение грехов. And that moment, и в этот момент, that moment, в этот самый момент, just like you begin to celebrate, точно так, как вы начинаете праздновать, всякий верующий в него shall receive, получит forgiveness of sin, прощение грехов. At that very moment, и в этот самый момент the Holy Spirit entered in, Дух Святой вошел, and the Holy Spirit, и Дух Святой filled the наполнил атмосферу. And the saints of God, и святые Божии, witnessed, засвидетельствовали, the Gentiles, как язычники, being baptized, были крещены in the Holy Spirit, святым духом. God was celebrating, Бог праздновал, and clapping, Бог рукоплескал. Why? Почему? Based on one statement, основываясь на одном Peter заявлении, finally got it, Петр наконец понял, and we got it, и мы поняли. Whoever всякий, receives, кто принимает, or believes, кто или верит in him, в Него, Jesus Christ, Иисуса Христа, shall receive, получит forgiveness, прощение of all their sins, всех своих грехов, past sins, прошлых грехов, today's sins, сегодняшних грехов, future sins, будущих грехов. The blood of Jesus кровь covers Иисуса them all, покрывает все. Whether you are black or white, черный ты или белый. Whether you got tattoos or earrings, если у тебя сережки или whether татуировки. You're living in sin, живешь ли ты во грехе. You made Jesus the Lord of your life. Сделай Иисуса своим Господом. Your sins will be washed clean. Тогда твои грехи будут омыты. Because Jesus paid it all. Иисус оплатил все. And all to him. И все для него. I owe. Ему я должен. The sheet was laying there. Вот эта скатерть, которая лежала. And I crawled out of it. Я выбрался из нее. Some of us wiggled out of it. Некоторые из нас выпрыгнули оттуда. Some of us hopped out of it. Некоторые выскочили оттуда. Some of us flew out of it. Некоторые вылетели оттуда. But we all came out of it. Но мы все вышли оттуда. Let me tell you this. Позвольте сказать вам. As I close. Когда я буду заканчивать сейчас. We still have an enemy. У нас все еще есть враг. And the enemy. И враг. Will try to imprison you. Будет пытаться тебя держать. Back inside that sheet. И держать тебя внутри этой скатерти. And he will want you to believe. Он будет желать, чтобы ты верил. You ain't no good. Что ты не хороший. You don't have nothing. У тебя ничего нет. You ain't worth nothing. Ты недостоин, ничего you не стоишь. Never got out of this prison. Ты никогда не вышел из этой темницы. You're still tied up in this sheet. Ты все еще завязан в этой скатерти. But when the devil begins to talk to you Но like когда that, дьявол начнет тебе говорить так, that's when you ought to remember, это тогда тебе нужно вспомнить, whoever believes in him, что всякий верующий в него shall be forgiven of будет прощен, ему грехи будут прощены. Whoever believes in him, все, кто верит в него, shall be forgiven of будут прощены I need a worshiper. От грехов. Мне нужно поклонение. I need a worshiper. Whoever believes in him, всякий верующий в него shall будет, receive, примет forgiveness прощение, of sins. Прощение грехов. Stand to your feet with me everywhere. Встаньте на ноги со мной, пожалуйста. Whoever believes in him, скажите, всякий верующий в него. I want you to preach with me now. Я хочу, чтобы вы сейчас проповедовали со мной. Я хочу, чтобы посмотрели на соседа neighbor, и скажи соседу, whoever believes in him, всякий верующий в него shall
будет receive принимать forgiveness прощение of sins грехов. Whoever believes in him всякий верующий в него shall receive получит forgiveness прощение of sins грехов. Whoever believes in him. Любой. Are you a whoever? Ты есть любой. Are you a whoever? Ты есть тот любой. Are you a whoever? Если ты тот человек, I'm a whoever. Я тот самый любой, who believes in him. Который верит в него. And today. И сегодня. I have. Я имею. Forgiveness of sins. Прощение грехов. I want you to close your eyes with me. Я хочу, чтобы вы закрыли свои глаза. I want you to see by faith. Я хочу, чтобы вы увидели по вере. This tent. Эту палатку. Twice the size. В два раза больше. Double the people. В два раза больше людей. I want you to see that. Я хочу, чтобы вы увидели это. Of not just pastors. И не только пастора. But of leaders, но не только были наполнены пасторами, of all different colors, но лидерами разных цветов, from all different walks of life, с различным прошлым. Can you see it? Можете ли вы представить себе? Can you see it? Видишь ли ты это? They may be your neighbor. А может быть, твой сосед? They may be the house beside your church. Может быть, это дом рядом с твоей церковью. They may be in your community. Может быть, они живут в твоей общине. They may be listening to you, pastor, as you preach on the internet. Может быть, они слышат твою проповедь, пастор, по интернету. But I want you to see the size double. Why? Я хочу, чтобы вы увидели размер в два раза больше. Почему? Because there are still people in those sheets. Потому что все еще есть люди в этой простыне. But I prophesy to them today. Но я проповедую сегодня. Пророчествую сегодня. They don't know where they're going. Они не знают, куда идут. But one day, но однажды they will believe in him, они уверуют в Него, Jesus Christ, Иисуса Христа, and have forgiveness of sins. И будут иметь прощение грехов. For whoever believes in him, ибо всякий верующий в Него shall have forgiveness of sin. Примет, получит прощение Abraham грехов. And Sarah, Авраам и Сара. Sarah and Abraham, Сара и Авраам. Walked by faith, ходили по вере. And their thinking changed и towards God. Их мышление изменилось по отношению к Богу. And they learned, они научились in the 15th chapter, в 15 главе and the 6th verse, в 6 стихе of the book of Genesis, книги Бытия. The Bible said, Библия говорит, Abraham believed God. Авраам поверил Богу. And it was counted to him. И это вменилось ему for righteousness. В праведность. Take your neighbor by the hand. Возьми соседа за руку. If we stopped right now. Если бы мы остановились сейчас. And didn't reach out beyond where we are. И не пошли бы дальше. It would be like going to the grave. Это было бы как будто бы сойти в могилу. Full of unfinished business. С незаконченными делами. There's somebody new who needs to be standing beside you. Есть кто-то новый, кто должен встать рядом с тобой. There's a boy, there's a girl. Есть мальчик, есть девочка. That desires to be a leader. Который желает и жаждет быть лидером. Looking for a mentor. Который ищет наставников. Looking for somebody. Ищет кто, чтобы кто-то who can pour into their lives. Смог просто изливать жизнь в них. Your test is coming. Твой тест еще впереди. They're gonna knock on your door. Они постучатся в тебе в дверь. They're gonna answer your email. Они ответят на твой email. They're gonna walk into your congregation. Они войдут в твое собрание. They're not gonna look like you. Они не будут похожи на тебя. They're not gonna smell like you. Они не будут пахнуть They're как not ты. Gonna sound like you. Они не будут говорить как ты. But whosoever believes in Но всякий, кто поверит в него, shall receive примет прощение грехов. The next leaders are looking to you. Будущие лидеры, они смотрят на тебя. The next leaders. Будущее поколение лидеров. Did Peter know that he would start the Philippian church? Знал ли Петр, что он будет основателем церкви Филиппийцев? With the Gentile believers. С этими языческими верующими. Did Peter know when he saw that sheet that the Holy Spirit would sanction what he was going to do? Знал ли Петр, что когда он увидит эту скатерть, то Дух Святой одобрит то, что он собирался сделать? Your sheet is coming. Идет твоя скатерть, спустится. Walk by faith. Ходи по вере. Father, in the name of Jesus, Отец, во имя Иисуса,
I pray for myself and my brothers and sisters. За себя и за моих братьев и сестер. That you would strengthen them. Чтобы ты укрепил их. Mightily. Сильным образом. By your Spirit. Духом своим. In their inner man. В их внутреннем человеке. As Christ dwells in their hearts by faith. Так как Христос обитает в их сердцах по вере. That their faith, Lord God. Чтобы их вера, Господь Бог. Would empower them. Она дала им силу. To see beyond the natural eyes. Для того, чтобы видеть дальше, чем глаза. To hear beyond their natural ears. Слышать дальше, чем слышат уши. To open their mouth. Для того, чтобы открывали уста свои. And to declare. И провозглашали. Thus said the Lord. Так говорит Господь. Empower them. Дай им силы. Equip them. Дай оснасти. Motivate them. Просто мотивируй их. Strengthen them. Укрепляй их. Lift them up. Поднимай их. Raise them up. Поднимай их. Challenge them. Давай им вызов. In the name of Jesus. Во имя Иисуса. Cause them to hear. Сделай так, чтобы они слышали. Again and again. Снова и снова и снова. Cause faith to come. Пусть придет вера. Again and again. Снова, снова и опять. Teach us how to repent. Научи нас, как каяться. And see you in new light. И видеть тебя в новом свете. Новое откровение. New hope. Новая надежда. In the name of Jesus. Во имя Иисуса. Until the kingdom of God. До тех пор, пока Царство Божие. Is full. Of every man, woman, boy, and girl, будет наполнено в каждом человеке, мужчине, женщине, которые были рукоположены от начала века. We thank you. Мы благодарим тебя. We praise you. Мы восхваляем тебя. We lift our hands. Мы поднимаем наши руки. We worship you. Мы поклоняемся тебе. We celebrate you. Мы празднуем тебя. We give you glory. Мы воздаем тебе славу. We give you glory. We give you glory. Воздаем тебе славу. Come on, lift up your voices. Поднимите свои голоса. Lift up your voices. Подними свой lift голос. Up your voices. Подними свой голос. Lift up your voices. Подними lift свой up your голос. Аллилуйя. Lift up your voice. Подними lift свой up your голос. Voice. Open your mouth, church. Открой open свои уста, your mouth, церковь. Open your mouth. We welcome you. We welcome you. We welcome. We welcome. We welcome. We welcome you. We welcome you. Lift up your voice, church. Lift up your voice and worship him. Say yes, 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 yes. You are worthy, Lord. You are worthy, Lord. You are worthy. Ты достоин. Put your hands together and celebrate Jesus. Аплодируйте Иисусу. Come on, celebrate Jesus. Празднуйте Иисуса. Без комментариев. No comments. Спасибо, Andrew. Спасибо. Thank you, Andrew. Thank you very much. Спасибо Господу. Thank the Lord. Спасибо Духу Святому. Thank Holy Spirit. И мы flexible. We're very flexible. Кто-то сказал, что Бауская конференция очень пунктуальна. Somebody said that conference at Bauska is very punctual. Это хорошо. It's very good. Не должно быть религии. But it doesn't have to be religion. Даем место Духу Святому. We're giving space to the Holy Spirit. Amen. Amen. Спасибо за послушание. Thank you for your obedience. Мы начнем следующую сессию на 15 минут позже. We'll start our next session 15 minutes ровно later. В 11 часов. At 11 o'clock. И за счет большого перерыва мы компенсируем. And because of the large break, we'll compensate for that. Да, ровно, да, не в 11:45, а в 12:00. So we'll start at следующая noon. Сессия. И одно объявление. Те, кто пользуется переводным устройством, пожалуйста, займите следующее где-то здесь в этой эре места, чтобы вас была лучшая связь. If you're using translators, please use your equipment over there. Приятного общения и встречаемся в 12 часов. Have a nice break time. We'll see you at noon. Среди нас.
Преклоняюсь я перед тобой. Бог, ты здесь, ты ходишь среди нас. Тебе хвала, тебе хвала. Бог сильный, Бог чудотворный, верный в слове, Царь всемогущий, наш Бог, вот кто ты, наш Бог. Бог сильный, Бог чудотворный, верный в слове, Царь всемогущий, наш Бог, вот кто ты, наш Бог. Бог, ты здесь, касаешься сердец. Тебе хвала, тебе хвала. Бог, ты здесь, исцеляешь нас. Тебе хвала, тебе хвала. Бог, ты здесь, тебе хвала. Бог, ты здесь, чтоб судьбы изменить. Тебе хвала, тебе хвала. Бог сильный, Бог чудотворный, верный в слове, Царь всемогущий, наш Бог, вот кто ты, наш Бог. Бог сильный, Бог чудотворный, верный в слове, Царь всемогущий, наш Бог, вот кто ты, наш Бог. Бог сильный, Бог чудотворный, верный в слове, Царь всемогущий, наш Бог, вот кто ты, наш Бог. Бог сильный, Бог чудотворный, верный в слове, Царь всемогущий, наш Бог, вот кто ты, наш Бог. 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 Вот кто ты, если трудно дышать, мне ты рядом. Ты каждый миг, ты каждый миг рядом. Ты каждый миг, ты каждый миг рядом. Если трудно идти, мне ты рядом. Если трудно дышать, мне ты рядом. Ты каждый миг, ты каждый миг рядом. Ты каждый миг, ты каждый миг рядом. Если трудно идти, мне ты рядом. Если трудно дышать, мне ты рядом. Ты каждый миг, ты каждый миг рядом. Ты каждый миг, ты каждый миг рядом. Если трудно идти, мне ты рядом. Если трудно дышать, мне ты рядом. Наш Бог, вот кто ты, наш Бог.
чудотворный, верный в слове, царь всемогущий, наш Бог.